Но есть одно такое исключение, которое, вообще говоря, крайне редко срабатывает, но я его упомяну. Если вдруг, допустим, вы попадаете на какой-то участок, допустим, неубранный или там лед, где вот и Колеи он еще, явился для вас да. совершенно неожиданностью. То есть, допустим, вот вода на улице разлилась, ее никто вовремя не убрал, и она замерзла. И даже там не оградили, знаков не поставили. Вот только в таких случаях что-то, может быть, получится в свое оправдание. А, то есть в случаях, когда это связано с осадками, например, или со снегом, всегда скажут, синоптики предупреждали, вы глазами видели, что снег, что на дороге Нет, тоже снег, тут нет? даже дело не в синоптиках, а в том, что водитель, он самостоятельно должен все видеть Где своими были твои глазами, глаза, да, другими и словами? принимать решение основываясь на том, что он видит. Ага, то есть если кто-то захочет спихнуть свою вину, например, и свое стремление уделать конкурентов на дороге, то, в общем-то, отъехать, простите меня за сленг, на том, что вот дорожные и коммунальные службы не убрали снег с проезжей части, не получится. Нет. 99% что нет. Исключения очень редкие. А если колея? Из-за колеи в А аварию вот если попал? колея, там каждый случай индивидуален, но все зависит от того, насколько она глубокая, и действительно, если дорога не соответствует ГОСТу, то тоже может получиться оправдаться в данной ситуации.